Сотня пар обуви с приклеенной к подошве жевательной резинкой – символ проблемы загрязнения жвачкой городской среды. Ежедневно сотни людей в Сочи выплевывают жвачку, будучи не в силах донести ее до ближайшей урны. При этом совершенно не думают, что жевательная резинка наносит большой вред городской среде. Ее трудно очищать и практически невозможно найти применение отходом от нее. Для сравнения, себестоимость одной подушечки из пачки всего 43 копейки. А вот очистка от нее асфальта силами дворника – в 17 раз дороже. Технические новинки, позволяющие очищать брусчатку механически, стоят почти 700 тысяч рублей. Деньги в городском хозяйстве далеко не лишние. Поэтому организаторы флешмоба решили таким вот образом попросить сочинцев и гостей курорта быть аккуратнее и воспитаннее.